Продолжаем. Остался последним полченец из группы 1. Выплезаем, является группа 2. Вот пусть она меня убьет. Я умер. Да, и только потом упустил ракету. И мы видим только группу 2. Группу 1 мы не видим. Что если мы вот это уберем? Что когда контрольная точка 1 является текущей контрольной точкой, то, точнее нет, мы не уберем, мы просто ударим это соединение. Что же будет после того, как я умру? Мне вот интересно. Он появляется в группе 2. Я помираю. И мы видим здесь обе группы. И группу 1, и группу 2. В общем, запомните, после каждого чекпоинта вам нужно обязательно удалять все ненужные объекты из мира. Потому что иначе у вас все будет смешано. Ставите вот так. Какая контрольная точка является текущей контрольной точкой? И с помощью, допустим, вот ветвление удаляется ненужный объект. Кстати, после ветвления можно поставить еще одно ветвление. И после него еще одно. То есть вы можете делать до хрена ветвлений, исходящих от одного к другому. Супер-стар. Без этого это не работает. Вот текущая контрольная точка. И какая именно? Вот так. У нас еще есть прибамбасы. Трафик. Мы можем везде, а можно в области, которую тоже можно менять. Допустим, мы хотим куб. И вот. Вот в этой области, где будет сражение. Пусть здесь не будет машин. Хотя что-то она маленькая какая-то. Вот. Движения транспорта нет, припаркованной машины нет. Пешеходы пусть тоже не будет. Эта область будет пустовать. Вот, пожалуйста. Здесь все есть, а то здесь никого изначально нет. Только если какой-нибудь пешеход не забредет сюда, и он будет вообще обходить это место стороной. Да, походу, он будет это обходить. Да, появляется группа 2. Мы ее побеждаем. Миссия завершается. Еще что есть?
музыка,